Здорово, народ! Вы на канале Арти, и мы продолжаем играть в Predator Hunting Ground. Сегодня серия начнется не сразу с катки. Я хотел бы кое-что сделать. Я тут немножко нафармил как бы валютки нашей, чтобы персонализировать нашего хищника. Поэтому давайте проверим, что мы можем из него сделать. Во-первых, я играю новым классом. Это следопыт. У него не так много хп, но он офигеть какой быстрый и офигеть какой выносливый. Давайте купим новую маску. Это будет круто. Я думаю, что это будет круто. Мне какая-то из них понравилась. Я специально фармил кучу валют, чтобы накупить ее. Вот это жесткая. Вот это прям жесткая, агрессивная максимально. Я думаю, отряд, который будет нас видеть, будет максимально круто очковать. Вот это просто крутая ремесленник. Есть еще пророк, преисподня. Блин, да, они все крутые, я хочу все эти маски. Это тоже забавная, кстати. Бессмертный. Но то, что тут какие-то, не знаю, как будто бы глаза есть, это не очень. Мне понравилась вот эта. Она жесткая. Тоже глаза, правда, есть какие-то комариные. Блин, нет, давайте возьмем. Давайте преисподнюю. Преисподнюю возьмем. Нет, не преисподнюю. Вот, давайте ночь возьмем. Выглядит вообще жутко. Жестко. По-моему, круто. По-моему, круто. Так, удержите Е для открытия. Погнали. Блин, у них есть еще и цвета разные. Но цвета не очень, кстати. Вот этот металлический имба. И я хотел бы боевую раскраску купить, естественно. Какую-нибудь жесткую, типа вот, может быть, череп. Но что-то на... что-то на этой маске он не очень выглядит. Но вот это прикольно. Основная, кровавый ритуал. Не очень... Ой, слушай, ну вот это забавно, да? Или вот это? Блин, это выбор, конечно. Вот это круто. Давай вот это возьмем. Цвет мне не очень нравится. Ну, давай, давай ее. Она по этому шлему вообще идеально подходит. Будет у нас хищница. Просто жесть какая жуткая. Блин, но шлем все-таки крутой, я не знаю. Я вообще не жалею, что именно его купил. В общем, ладно, мы одели нашу хищницу. У нас новая пушечка, дубиночка. Я хочу ее протестить. Очень жестко на ребятах. Посмотреть, как они быстро будут погибать. Кстати, хищником давно не играл. Прям давненько не играл. Поэтому давайте импульс сразу отправим. Попробуем их найти. А. Это что там такое? Они уже начали? Что-то недалеко как-то, не? Ну, двигаются они, наверное, в эту сторону, я так думаю. Другого варианта нет. В общем, играем мы с женщиной-хищником. Достаточно милой, чтобы тебя убить. Как говорится. Так. Ботов вижу. Отряд не вижу вообще в упор. Слышу стрельбу. Все, идем на стрельбу. Надеюсь, они не задроты, блин. Блин, да я просто их не вижу. Ага, вон там стрельба, все. Все, все, все. Самое главное, что мы их нашли. Зарядим наши щиты где-нибудь здесь. Все, погнали, погнали. Блин, да где они? Давай. Ага. Давай просто зарашим их и посмотрим, что они там делают с дубиной снова. Здорово, дач! Тихо, 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 тихо. Так, это какие-то задроты, знаешь. Пока подамажим их. Пока их подамажим. Мало энергии, зарядим энергию. Блин, покоцали-то жестко.
Так, они начали двигаться. Один остался? Ты же моя овечка, ты остался или нет? Стоять! Так, перво... Давай, медленно надо было... Нет, отменяй! Хорошо. Черепушку получили одного. Так, идем искать кабанов. Все помнят первую серию, где мы долго искали кабанов. Теперь я умею это делать. Собственно, таким вот образом. Вот здесь у нас есть кабанчик, которого мы сейчас съедим. Хорош. Ты же мой маленький, вкусненький. Вот ты мне нужен для охоты. Так. Дача мы убили. То есть нарушили баланс фильма и дача убили. Но это нужно было сделать. Давай идем в инвиз, потому что они какие-то хитрые. Я не удивлюсь, если они где-то здесь. Двигались в эту сторону. Скорее всего, к той базе, где я изначально был. Я слышу стрельбу. Она далеко. Они могут его пойти резать еще. Вот в этом проблема. Давай еще раз. А, блин, да, импульса еще нету. Где они? Как здесь красиво в джунглях-то, ё-моё. Тут есть кабанчики, если что. Я вообще за карту ушел. Значит, они все-таки к той базе пошли. Это стопудово. Быстрее импульс. Мне нужна инфа. Вон там. Да, там, где я и слышал. Хищник уже нервничает даже. Воюет. У меня нету дальней атаки нормально. Я сейчас попробую дубинкой кого-нибудь огреть. Они внутри, да? Я не могу его убить. Потому что это дать. Блин, что-то дубинка вообще не дамажит. Вот тебе горе. Да тихо! Я застрял. Я просто застрял. Тихо, тихо. Хорош. Нет. Вот они. Тихо. Бежим. Блин, они резнули его. Это очень плохо. Мне срочно нужен кабанчик. Как вас много тут. Дубина даже кабана не убивает с первого раза. Тихо. Кушай. Я их напугаю своим ревом сейчас, смотри. Так, они еще здесь, да? Что это было? Он пытается меня ножом. Домой, просто домой. Они не пошли за мной, да? Хорошо. Я, по-моему, самого задрота из них убил, если честно. И кабанчик меня тут как тут ждал. Это очень круто. Когда их они в стайку сбиваются, это вообще изи. Ну, я про кабанчиков и заодно про игроков. Так. Где вы маленькие? Где вы прячетесь? Где они, лол? Это кабаны. Алло, а где они? Куда они делись-то?
Неужто они просто сидят в доме? Да я не верю. Потрещим пока. Так, выходите быстро, блин. У них минус один, их как минимум, максимум их трое. Блин, ну что они сидят в натуре? Прям пойду сейчас чекать. Слушай, да нет, нет. Они уже ушли отсюда. Да? Да, смотри, их просто нету. Значит, они пошли миссию дальше делать. Другого варианта нет. Так, давай на дерево. Черепушка болтается забавно. Это трофей. Мы его заслужили, как говорится. Вообще стрельбы нигде не слышно. Как будто они затаились. Слышу. Да-да-да, они здесь, отлично. Короче, выслеживать очень круто, на самом деле. Мне бы девайсов бы побольше, для этого нужно прокачаться побольше. Мы сейчас их рашить будем, короче. У меня есть варики, только рашить их. Они все проюзали уже свои особенные способности. Вы видели, как дальше пулемет доставал. Они в теории сейчас без ХП. Ну, по крайней мере, без большого количества. Че обзываешься, алло? Тихо, тихо. Вот оно, все. Домой. Просто домой. А по мне мобы стреляли? Ага. Ты ж мой маленький. Давай понаблюдаем, что будет делать. Стоит. Так. Тихо-тихо-тихо. Он мажется грязью прям. Тихо-тихо-тихо-тихо. Со своими особками. Нужен кабан. Срочно. У меня есть помимо кабанов еще одна хилка. Но это если меня просадят вообще жестко по ХП. Блин, как же хорошо, что они здесь есть, а. Ну, это, я думаю, изи будет. Это, я думаю, изи будет. Не зря мы новый шлем купили, очень крутую раскрасочку к нему. Вертолет вызван. Ага. Держите в курсе меня. Они правда думают, что они доживут до следующего дня. Здорово! Удач! Давно не виделись! Дай мне свой позвоночник. Легчайший отряд из дачи. Вот такая должна была быть последняя сцена в фильме. Здорово. Чего вы меня стреляете, люди? Осуждаю. Хорош. Блин, ну была нормальная катка. Ребята на самом деле сопротивлялись как могли. Как могли до момента, пока я не научился кушать кабанчиков. Короче, ребят, ставьте лайки на видео, оставляйте комментарии. Игра на самом деле прикольная, она не топовая, но 11 тысяч опыта, это мой рекорд, это мой рекорд. Берсерк открылся и куча всего. Короче, ребят, спасибо за просмотр просто. Спасибо за вашу поддержку.